то время как миллионы мусульман в оккупированном Китаем Восточном Туркестане были порабощены в концентрационных лагерях, тюрьмах и на принудительных работах, премьер-министр Пакистана провел пятничную молитву в Урумчи, чтобы распространять китайскую пропаганду. Премьер-министр Пакистана возглавил пятничную молитву в оккупированном Китаем Восточном Туркестане и был одним из немногих лидеров исламских стран, посетивших регион, поскольку более миллиона уйгуров и других мусульманских тюркских народов содержались в концентрационных лагерях. Сменяющие друг друга правительства в Исламабаде закрывают глаза на геноцид мусульман в Восточном Туркестане из-за экономического подкупа Китая. Временный премьер-министр Пакистана Анвар Уль-Хак Какар на этой неделе отправился в Китай, чтобы принять участие в саммите, организованном китайским диктатором Си Цзиньпином в Пекине. Создан первый прямой авиарейс между Узбекистаном и Восточным Туркестаном, ставшим огромной тюрьмой под открытым небом для уйгуров и туристическим раем для китайцев. Как сообщает китайское пропагандистское агентство God Duck Network, 15 октября 2023 года рейс CZ-5053 авиакомпании China Airlines совершил первый прямой рейс из Урумчи во второй по величине город Узбекистана Самарканд. Наблюдатели говорят, что китайский режим в последнее время усилил продвижение туризма, чтобы скрыть бесчеловечные зверства, которые он совершает в Восточном Туркестане, и что в Восточном Туркестане расширено воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение, в то время как население Восточного Туркестана заключено в исправительные лагеря и тюрьмы, а молодежь выслана на принудительные работы в китайские провинции и в другие регионы. Местные органы власти в Китае находятся под гнетом растущего долгового бремени и кризиса на рынке недвижимости. Аналитики предупреждают, что потенциальное банкротство среди частных застройщиков могут усугубить долговые риски местных властей. По оценкам японского инвестиционного банка Намура, в период с января по август рост доходов местных органов власти от продажи земли сократился на 19,6% в годовом исчислении. Учитывая снижение на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, это является отражением трудных времен для казны местного самоуправления. Из-за замедления экономического роста в Китае прямые иностранные инвестиции за 9-месячный период текущего года сократились на 8,4% в годовом исчислении. Согласно заявлению Министерства коммерции Китая, прямые иностранные инвестиции в страну сократились на 8,4% в годовом исчислении в период с января по сентябрь до 919 миллиардов юаней. Прямые иностранные инвестиции в страну сократились с апреля после небольшого роста в годовом исчислении в первом квартале 2023 года. Китай объявил, что ужесточит экспортный контроль над некоторыми категориями графита, ключевого материала для аккумуляторов электромобилей. Решение Китая было воспринято как ответ на ограничение США на продажу Китаю передовых чипов искусственного интеллекта в начале недели. Нападение на баптистскую больницу Аль-Ахли, в результате которой погибли сотни людей, считается поворотным моментом в войне в Газе. 17 октября 471 человек был убит и 342 ранены, 28 из них серьезно. Большинство пациентов не подходили для эвакуации, медицинские бригады знали о предупреждении Израиля об эвакуации больницы, но настаивали на том, чтобы не отпускать пациентов. В результате такое развитие событий дало трещину в абсолютной поддержке Израиля со стороны Запада.